Hey, yo, what's up, guys? Всем привет, всем здравствуйте. С вами, как всегда, я, Алексей. И вы находитесь на канале Hard Games. Я же Hard Play, я же самый красивый, самый прекрасный, замечательный. Да это все ко мне. Ну что ж, мы с тобой продолжаем. Продолжаем мы сегодня на самом деле такой легендарный момент, потому что мы с тобой медленно и планомерно отправимся на изучение основного сюжета игры Kingdom Come Deliverance. Написали вы мне в 15 серии, мы прямо вот сейчас с ребятами на стриме, стримлю я, кстати, на платформе вас, ссылочку оставил внизу в описании, заходите, добавляйте в избранное, оповещение отлично проходит. Вы мне под 15 серии написали: Леха, двигайся по основному сюжету, так как по боевке просядешь, или уже точнее просел. По причине того, что ты не можешь использовать приемы, короче, ты не можешь, потому что они, собственно, просто у тебя закрыты, и ты еще как бы вроде как девочка, как бы нуб. Поэтому я предлагаю отправиться по основному нашему квесту. Я думаю, что всем будет безумно интересно, так что откидывайте спинки кресел назад. Огромное спасибо за такой актив, который вы показываете на последних видеороликах. Ребята, стараюсь, выкладываю лайки, комментарии, не забывайте кнопочку поделиться, ссылочку на плейлист, как всегда, оставил внизу в описании. Не забывайте подписываться на телеграм-канал Hard Insight, в которых вы можете найти все, что можно о стримах. Буду ждать. Ну что ж, поехали, давайте продолжим. Сейчас мы, да, с тобой. Кстати, напоминаю всем, кто только к нам присоединился, или, может быть, не знал, или, может быть, не слышал, либо еще что-то. Играем мы на максимальном уровне сложности, а это значит, что все очень сложно. В предыдущей серии нас, кстати, обосрали, немного попустили. Мне показалось на секунду то, что я в кандалах, но нет, я не в кандалах. Так что мы сейчас с вами возьмем немного пищи, немного доспехов. Пищу бы на самом деле... вот у него бы не помешало бы найти. Слушай, друг, подожди, это крестьянин, да? Кстати, можно вообще с котелка хлебнуть. Да, меня здесь обидели, на самом деле. Прям очень обидели. Обидели, сказали. Это прям... как-то негоже, ребята. Я бы, на самом деле, отоспался перед дальней поездкой, потому что энергия моя заканчивается. Мне нужен корчмарь. Мне нужен корчмарь для того, чтобы... если честно, я не понимаю, почему у меня такой перегруз. Что так сильно меня грузит? Может быть, я про что-то забыл? Я, наверное, знаете, про что-то все-таки... забыл. Что-то очень сильно загружает меня. Либо это обычный дебаф, который висит... Ну-ка. А, даже так, это дебаф, да? Угу. Так, одну секундочку. Где наш корчмарь? Очень забавно. Такс. Тук-тук-тук. Вы знаете, я человек, ребят, простой. Я увидел котелок, взял, поел. Как бы... вообще, с другой стороны... Нет. С другой стороны, я думаю, что если прям совсем потихонечку, то мы, наверное, можем двинуться с вами... Подождите, а мы вообще где сейчас? А, я вспомнил, замечательное место. Так, мы сейчас с вами находимся где-то вот здесь. То есть, для того, чтобы немного покушать, мне просто нужно двинуться немного наверх. Попасть, на самом деле, в колбасный цех. Закупиться немножечко товаром и... продолжить наше довольно далекое, наверное, да, путешествие. У нас с вами очень неплохо, ребят, напоминаю, прокачана стрельба. Да, кстати, не забывайте добавлять канал в избранное. Тем самым поддержите меня и буду рад вас видеть на наших ежедневных поточках, стримах.
Слушайте, дебафы бешеные кидает игра, конечно, наказывает, карает, она карает. Давайте у мясника. Давайте у мясника чуть-чуть мы заторгуемся. Попросим у него какой-нибудь копченой там колбасочки, наверное. Сушеное мясо, солонина. Вы знаете, наверное, солонинка хорошо пойдет. Я бы вот так вот прям взял бы, даже не торгуясь вообще, в принципе. Да, прям вот так вот, чтоб... Да, именно вот так. И сразу же мы с вами захаваем эту солонину. Да. Прям вот так вот, знаете, не жалея, так с барского плеча. Кстати, не забудем здесь потом приехать поохотиться. Сидельные сумки мы пока что не купили, но ничего страшного, я абсолютно этому не расстроен. Так-с. Немного хотим поспать, немного то, немного... Все, не обещаю, не обращай внимания, у нас лошадь немного летает. Можно, в принципе, помыться, подмыться, но я думаю, что мы сделаем это все немного позже. Итак, мы с вами находимся на мосту, и нам бы как-нибудь... Я думаю, знаете, самый надежный, ребята, способ — это направиться к реке. И вдоль реки по тропиночке нам прогуляться, пройтись прямиком, в общем-то, до... Да, мы прям дойдем, ребят, мы прям с вами, смотрите, как удачно, наверное, прогуляемся. Единственное, что вот здесь вот может быть где-нибудь переправа. Ну, давайте рискнем, давайте попробуем. Значит, нам нужно двигаться прямо. По идее, если мне... Ничего не изменяет ни память, ни зрительные мои эти сфинктеры. Подождите-ка. Давайте огородами, огородами и прям... Лошадка! Нет, здесь ей тяжеловато, подождите-ка. Сейчас мы обойдем. Я думаю, что мы, да, вот так вот прям с вами и пройдем. Надо будет не забыть, когда придем в основной... Что это за прикол? Когда придем в основной город, ребят, надо не забыть будет с вами купить сбрую на лошадь, потому что очень это все-таки хорошая вещь. Итак, выходим мы с вами на тропу и получается нам вот, наверное, вот сюда. Да, поехали. Самое главное, ребятки, не попасть в засаду. Я бы, если честно, сейчас очень бы этого не хотел. Прям вот совсем не хотел. Вижу обрывистые берега. Но вот теперь самый главный вопрос, как нам перебраться на тот берег. Ага. Допустим. Как же нам, ребята, с вами перебраться на тот берег, если опознавательных знаков пока что никаких абсолютно не было? Нам бы вот как-то вот и все. Очень похоже, что мы сейчас с вами вот здесь вот проскакали. Смотрите, стоп. Если эта тропинка сейчас будет раздваиваться, а она раздваивается. Или не раздваивается. А черт его знает. Похоже на то. Очень похоже, что вот это вот сюда вот пойдет тропинка. Если честно, я блуданулся здесь немного. Стоп. Сейчас, одну секунду. Так, реку вижу. Да, поехали. Поехали. Да, раньше Яндекс.Навигаторов всяких ваших этих не было. Вот так вот. Мы, добрые путники, вот так вот и искали. На самом деле, вот так вот наугад, по солнцу, понимаешь, ориентировались. На лошадках вот так вот скакали. Да, помню, как сейчас. Ты кто? Вот эти вот ребята
Меня здесь случаем никто не гопнет, нет? Странники какие-то, вот знаешь, они такие. Беспалевные. Так, ну вроде бы мы держим путь правильно. Разбойников я пока никаких не вижу. Быдло пока что где-то отдыхает. О, что? Я прошу прощения. Что? Он мне это сейчас? Или он мне показалось? Я прошу прощения, молодой человек, вы... Нет, может быть, он ошибся, может быть... Уважаемый, вы... Немного, по-моему, не тот путь выбрали. Слушайте, я на самом-то деле не против. Он как раз, знаете ли, не запакован. Я, с вашего позволения, ребят, проверю, какие стрелы, да, заряжены. Ой, хорошие стрелы заряжены, прям великолепные. Слушай, родной, ты же этот любитель, да, я смотрю, острых ощущений. Да. Можно развернуть лошадку? Ой, как хорошо. А все, роднулечек. А все, мой хороший. Такие уже вещи ошибок не прощают. Ну что ж, принес он нам гроши, принес он нам крендель, назад он нам вернул. Слушайте, молодец. Молодец, я таких уважаю. Принес покушать. Я не знаю, правда, для чего он на нас напал. Заяц, ты что подглядываешь? На уж без перекрестия стрелять. Заяц подглядывает, прикинь. Да уж, так стрелять довольно сложно. Стрелы лучше, ребятки, мы подберем, потому что, если честно, мое мнение, что... Блин, мне бы крольчатинки бы хорошо взять. Ну да ладно. Ладно, заяц ушел. Три выстрела сделал, не попал. Будем считать, что зайцу повезло. Странно, кстати, то, что нападающий был всего один. И мы открыли такую небольшую локацию для себя. Это лагерь. И знаете, что самое забавное? Что если мы пойдем дальше по этой дороге и не будем абсолютно никуда сворачивать, либо свернем направо, то мы попадем как раз на переправу и в наш город. Прямо вот в аккурат. Угу. Поехали. По-моему, великолепная идея. В городе как раз и поспим. Напоминаю то, что у нас теперь, ребята, есть с вами лопата. А лопата — это значит то, что мы скоро пойдем откапывать клад, который мы, кстати, с вами нашли. Кстати, скорее всего, вот отсюда мы уже увидим основной город. Да. Слушайте, ребят, здесь прекрасно можно на самом деле ориентироваться и без всяких навигаторов там, быстрых перемещений. Так даже на самом деле это интереснее. Потому что вот вся, все вот оно все вот. Но у наших глазок-то и видно. Так, вот единственное, теперь нужно вспомнить, где здесь... Помнить нужно, где здесь проход. Угу. Так, а мост? Мост, я так понимаю, вот он. Очень быстро перемещаемся. Очень быстро, если не тупить. От моста мы держим путь прямо. И, в общем-то, прям должны в город вами и попасть. Я думаю, что, наверное, вот сюда. По кустам, по кустам. Из-за синего лесочка.
из далеких из полей выбегает Warabee. Здравствуйте. Like выглядишь так, словно тебя собаки покусали. О, не хочешь прогуляться? Кто-то сказал женщина. What are you up to? Не хочешь, ну, немножечко... Come for a walk? A walk? Прогуляться? I'd like that very much. Я бы с радостью, но сейчас не могу, Индра. Мне нужно время, чтобы прийти в себя. If that's what you want. Дело не в тебе, а просто дело во мне. Ясно, френдзона? До свидания, нам больше, в принципе, не о чем с тобой разговаривать. Кстати, да, Матуш и Фрицек привет передавали. Matthew and Fritz and their regards. They survived. Они живы. Боже, как я рада. Они ведь мне так помогли. А где ты их повстречал? В Сазаве. Наткнулся на них у корчмы. Где же еще? Как же у них дела? Ну, вот так вот. Вот здоровы, но дела не очень. Не будем врать. Живы-здоровы. Монахи их выходили, вот только работы у них нет. И сами они в долгах. Не знаешь, у кого могла бы найтись работа для двух ленивых идиотов? Здесь нет, да и вряд ли где-то врата. И он полон беженцев, они все ищут работу. Плохо. Им очень нужна работа, а то натворят дел. Ты же их знаешь. Еще как. Спрашивай на мельницах, в маленьких деревнях. А в Ледечко, маленький стар. Окей. Попутешествуем, поспрашиваем. Да, окей, окей. Слушайте, ну, по крайней мере, может быть, и здесь спросить у самого мельника. Пешек. Слушайте, а что если пройти у него обучение? Халява? I'd like to practice the basics. Почему бы нет? Right. Бабки есть. Бабки не проблема, ребята. Поторговаться, конечно же. Халява. Хэ, халява. Well, слушайте, мы стали так торговаться просто по-жесткому. Это меня безумно нравится. Добрый вечер. Вскрытие замков за 50 монет, а? Что вы на это скажете? Так. Слушайте, давайте как раз поспрашиваем, есть ли тут работа для плотников, для наших друзей? Мне сейчас никто не нужен. Окей. Ну, 55, ладно. Окей, окей, 55. Слушайте, я, конечно, не подстрекатель, но... Я бы здесь спать-то завалился с превеликой радостью. Еще бы, кстати, и пожрал бы из котелка. Мы как раз с вами попутешествовали. Вот, по-моему, вот это вот, да, моя кроватка. А, стой. А что, если как раз посмотреть по загрузу, по всему вот этой вот, вот этому? Халявный сейф, ребят. Это же просто халявный сейф. Так, а что бы мне сюда сложить? А я, наверное, знаю что. Мы ведь с вами 120, мать ее, крапивы. Да? Тоже неплохо. Бывает такое. Великолепно. Ну, ничего страшного, заодно как раз сейчас прям пройдемся по всему, чему только можно. Вы знаете, немного цветов нам надо оставить. Я как раз вот оставлю, знаете, чуть-чуть календулы. Ред, здравствуй, мой дорогой. Спасибо. Я оставлю немного календулы, я дропну кинжал. Или, скорее всего, знаете, не буду его дропать, потому что мы уже прям рядышком с городом. Сейчас это все продастся. Крапива. Крапива. А почему бы и не навариться, и не упороться? Слушайте.
Под вопросом, блядь, я, конечно, не подстрекатель, но... Ну вот шкурку-то я бы дропнул, как и, наверное, тесак ловчего. 10 ловкости он хочет. Но у меня ловкости явно меньше. Давайте дропнем вот так. Охотничьи луки я могу смело, льняная ткань. Набор броника я оставлю. Самогоночка пригодится. Это мне все нужно. Чуть-чуть календулы. Крапивку, знаете, можно вот так вот прям... Прям вот по чуть-чуть трав. Ред, спасибо еще раз. Мак, мухоморчик, одуванчиков, да, 110 штук. Ну, почему бы и нет? Действительно, почему бы и... Почему бы действительно и одуванчиков 110 штук не нарвать? Согласен полностью. Повязка, полынь, стрелы. Чертополох давайте тоже дропнем. Я, знаете, за что боюсь? Что потом будет очень сложно этот сундук найти в городе. То есть, если здесь я знаю, где сундук, там я понятия не имею, где он. Поэтому как-то так. Ну окей, давайте сделаем следующим образом. Приляжем. Ну и богатырским сном, в общем-то, прям щеманемся, знаешь, так. Прям по-добротному. Прям весь день мы с вами поспим. Да, энергия очень долго восстанавливается. Причем, чтобы вы понимали, мы не выспимся. Мы не выспимся. Ну, спросить палача, человек со сломанной ногой, ничего страшного. Я предлагаю 2 часа, как всегда, подождать, чтобы прошли кошмары, потом еще час до утра ляжем спать. Отлично. И как раз я вот боюсь, только сейчас мне откажут. Нет, как раз до утра мы спим. 2 часа ждем, и в 7 часов мы как раз стартанем. Ничего страшного, ребят, бывает. Все задания не сделать. То, что я просто поставил перед собой цель, основное задание сделать. Всем выжившим я тоже помочь, ребят, не могу. Итак, ждем 2 часа. Скипаем ночные кошмары. Быстренько покушаем. У нас благо, что с собой еще 2 кусочка мяса есть. Ну и, собственно, можно выдвигаться. Ну и можно хлебушком вот так вот еще шлифануть. Слушайте, прекрасно себя чувствую. Вообще великолепно. Добрый вечер. Отоспались, умылись, сохранились. Ну и, в общем-то, можем на нашем верном скакуне двигаться дальше. Единственное, что, будьте-ка любезны, я... вспомню, что есть у питомца, потому что у питомца лежит огромное количество всяких кайфов. Прям вот очень большое количество. Всякие повязки, чашки, вилки, ложки и так далее и тому подобное. Вот это бы по-хорошему надо не забыть распродать. Угу. Так, ну что ж, двигаемся дальше. Мы сейчас где-то у мельника. И теперь нам нужно найти правильную дорогу, в которой мы... Мельника, да, говоришь? Ну, я так думаю, вот сюда. Не совсем уверен. Да, все отлично. Давайте, чтобы в город красивыми... заявиться. Давайте мы еще и помоемся. Прям все подмоемся. Намоемся. Гуся сейчас наполоскаем. Ой, красота будет. Ой. Прошу прощения. Да, хорошо бы мне, так скажем, штуцер. Мадам. My humble greetings. Ну что ж. I'd like to, order. Я бы хотел. Uh-huh. And what do you want? Что мне хочется? Proper bath.
Нет, ребята, сначала работа, а то серию забанят. 10 монет, поторговаться, конечно же. And how much are you willing to pay? Серию заблочат. Вы же знаете, да, YouTube он такой, ребят, он такой. Мало ли там начнется сейчас. Ведьмака тогда вот я тоже не стал это все скипать. И все заблочили, все серии. И все, и вот как-то так. Так, намылись, начистились. И сейчас мы прям все благоухаем. Лошадка. Спасибо. Да ну ладно, ну прям watch out, все там раскричалось. Не для тебя мой цветочек рос. Так, поехали. Поехали, ребята, в город и идем по основным квестам. Как раз мы прям в аккурат добрались, 25 минут. Параллельно еще и разбойником чуть-чуть раскурили. Такс. Да, беженцев, конечно, очень много. И в городе, и везде, где только можно. Ну что ж, распродаемся, ребят. Давайте заберем. Ой-ой, не то. Так, сумма. Забираем все. Давайте чашу тоже возьмем. Сейчас все быстренько раскидаем. Особо там не будем искать, где что продавать. Вот это надо тоже забрать. Я бы вот эти луки, честно говоря, ребят, впарил, прям вообще не задумываясь. Повязок у нас. Ой. Ткань не знаю, давайте тоже ее продадим. Место занимает, лежит просто так. Если что, купим там, докупим. Я думаю, что... не критично. Так. Ну что ж, поехали. Давайте посмотрим с вами. Добрый вечер. Господин оружейник, здравствуйте. Ну что ж, давайте поторгуемся. Изначально, подождите-ка. Не-не-не-не-не. Давайте сразу поторгуемся. Сначала распродадимся. А, то есть вот так вот. Угу. Только кинжал, да? Предлагаю сразу скинуть, чтобы повысить репутацию. Здесь же. Мы поремонтируем все, что нам необходимо. А поремонтируем мы... Слушайте, а оно все, ребят, у нас целое. Представляете? Ага. Вот щиточек бы я, знаете ли... Да, щиточек надо, ребят, починить. 225 на ремонт щита, просто мы его с вами, ребят, никак. Ой, как хорошо. Ой. Минус 25 голды за трейд. Вы меня научили, как надо торговаться. Так, допустим. Выдвигаемся дальше. Нам нужен бронник. А, бронник, да, я привык уже к этому. А, я прошу прощения. Ой, приболел я, сорян. Может быть, он, конечно, отошел. Давайте часочек подождем. А вот броннику мы впарим очень много. Да, кстати, нужно здесь в таверну. Добрый вечер, господа. И вот здесь вот нужно обязательно отремонтировать то, что мы не можем отремонтировать. А, точнее, сначала мы продадим, а потом мы будем ремонтировать. Поторговать. Продать. О, цены в этот раз намного приятнее.
уже по 17. Перчаточки пошли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. По 73 голды пошли ботиночки эти. Шикарные. И вот так вот мы ненароком с вами сейчас, знаете, насколько можем торгануться? О, как. Are we agreed? Close. Finally. Друзья мои, 265 монет. Просто так отремонтировали щит. А вот теперь самое забавное. Самый, я не представляю, 796 голды, ребята, отремонтировать эту каску. Но она бешеная. Как же мне быть? Что же мне делать? Я знал, что она будет стоить безумных денег, ремонт. Она, у нее затылок, ребят, очень жестко впаян, но каска безумная, она шикарная каска, защищает голову. Просто великолепно. Я бы не сказал, что у нас сильно в голде прям есть какие-то, знаете, нужда. Нет, ребят, голова это голова, да. Давайте-ка мы попробуем поторговаться. Let's talk about the... Naturally. Ох. Да... Знаю, до скольки он нам уступит, конечно. Since it's you, that's not enough. Маловато. Since it's you. 720, брат, давай. That's not enough. А харя твоя не треснет. That's a sum I can live with. 740. Очень дорогой ремонт, ребята, но каска это... Эту каску я очень сомневаюсь, что мы где-то потом найдем. Итак, мы здесь, в принципе, все с вами сделали. Все, что нам было необходимо, все, что было нужно. Лошадку. Дорого, очень цены кусаются. И я предлагаю сразу к ловчему заскочить. А ловчий у нас где-то по левую руку был. По-моему, вот сюда заходишь, и вот он сразу... По-моему, вот этот парень. Ты же, да? Да. Вот этому товарищу мы впарим луки. Можно и так, кстати. Он вообще все скупает. Ловчий как барыга. Да, теперь мы после каждой битвы будем ремонтироваться. Это 100%. Это 200 или 300, я не знаю, процентов. Ни в коем случае нельзя оставлять эти вещи надолго. Потому что эти вещи потом все начинают как бы это... Да. Давайте мы вот эти чашки, вилки, ложки, все это нахрен сбагрим. По мере возможности, конечно же. Так, вот эти вот стекла, чашки, они просто валяются, знаете, ни к селу, ни к Красной Армии. Поэтому я думаю, что мы их с вами просто скинем. Кстати, траву он тоже скупает, все абсолютно. Еще у нас есть вот такое неизвестное снадобье тоже, почему бы и нет. Братик, смотри, только там аккуратнее, а то можно немножко травануться. Хрен его знает. Да, оно такое. Варил просто его я поэтому тебя предупреждаю. Это, ну, это очень опасно. Да. Let's talk about the price. Может что-то пойти не так. Правда, просто ну жалко, понимаешь? Ты человек как бы... What do you say to that? A nice sum. Оп. Aye. Так, немножечко бабок отмыли. Итого, ребят, у нас с вами 2К, прекрасно все, все четко, все хорошо. Похаваем из котелка. Теперь я хотел бы питомцу.
перекинуть. Кое-какие вещи. Я хотел бы себя разгрузить от всех наборов. Вся кузнечка, все уходит туда, на лошадь. Одуванчики, херанчики. На нас просто с вами доспехи. Просто зелье хила. Повязки, все уходит туда. В бою все равно я это не успею никогда в жизни заюзать. Вроде бы ничего не забыл, так плюс-минус, да? Остальное у нас все отремонтировано, все на 100%, все шикарно. Я бы, конечно, прикупил наборы бронника у него. Я бы, конечно, подкупил. Зараза, это очень, очень дорого. Я бы, конечно, бы, наверное, прикупил. I'm interested in more advanced techniques. Так. Wouldn't you rather learn the basics first? Так, пока подождите, пока основы мы не можем делать. Давайте мы, наверное, с вами у него купим. По-моему, у него они. Вот это. Неожиданно. А вот это добрый вечер. 184 рубля. Подожди, а почему вообще я думаю? Стоп. Почему я задумывался? Все книги мы все скупаем. Это же золотое дно. Кстати, мы не здесь покупаем эти, а у кузнеца. Затрейдим. Трейданем как следует. Еще немного и по рукам. Так, репы растет. Обалдеть, обаяние 14. Мать его, 14. Я просто обаяшка, я краш. Ты мой краш, либо я, либо никто. Прошу прощения. Так, мне надо каким-то макаром попасть вообще даже не сюда. Да нет, не крош, не ошибаюсь. Мне интересно, где здесь на лошадку сбрую продают. Кто же этот мастер, который на лошадь продает сбрую? И продают ли они ее здесь? Вообще не факт. Вот вообще, ребята, не факт. Я бы, знаете, что перекусить бы с собой взял? В хлебобулочных-то изделиях. Кстати, мед можно было взять. Я боюсь, это испортится. Я не знаю, портится ли хлеб. Так, чуть-чуть. Реп пока повысим. Так, ну что ж, выдвигаемся. Значит так, мы с вами прошли самое главное. К алхимии мы еще с вами вернемся. И где-то вот здесь вот есть мост. А вот и мост, ребята, идем мы по основному квесту. Слушайте, я не могу пройти мимо. Давайте все-таки поможем, может, чем. God be with you. Да пребудет с тобой Бог. How does life in Ratai suit you?
Как живется здесь? Нас пустили, но потом они нас просто самих себе предоставили. Всем на нас плевать. Это беженцы. Нет, ребят, денежки я ему не могу дать, к сожалению. Я бы ему дал копеечку. Мало ли, может, похавать бы себе купил. Итак, идем мы к самому нашему главному. И, наконец-то, ребята, дохожу я. Давайте так, по-козырному припаркуемся. Это не как Индра. Боже правый, точно он. Что ты здесь делаешь, парень? Мы думали, вообще тебе конец. Я иду повидаться с паном Радзигом. Он тут? Он во дворце с паном Ганушем. Пирует там в рыцарском зале. Что тебе от него нужно? Мой отец ему меч выковал. Он просил меня отнести меч пану Радзигу. Меча-то я не вижу. Ну да. На меня разбойники напали, меч отняли. Мне нужно рассказать пану Радзигу, что случилось, а потом я меч отыщу. Отыщешь, конечно. Удачи. Слушайте, ну меня знают, ребят, уважают, и... Мужчины, постираться бы тебе не мешало. А то запах очень, знаешь, скверный стоит. Слушайте, ну я прям в палаты белокаменные зашел как-то. О, мадам, прекрасно выглядит. Знаете, в средние века, ребята, как сейчас помню, была такая традиция. Вот зайти и не отложить личинку в чужом доме, это неуважение. Я человек простой, так скажем, ну, долго просить не надо. Я с дороги все-таки, прошу прощения. Так что, знаете, даже почитать можно. Вот, насколько вот игра реалистична, понимаете? Реалистична, ну вот максимально, ребята, реалистична. Прекрасная книга. Вы знаете, жаль только это. Жалко и дезодоранта нет, чтобы прочитать состав. Да. Ну, ладно, мы не об этом. Давайте, ладно, встанем. Слушайте, как насколько же хорошо, представляете, даже не надо смывать. Что-то мне подсказывает, что он выше был. Да, наверное, он повыше этажом. Или нет? Да, наверное, все-таки он вот здесь, судя по всему. О, да. Панове, я должен сказать вам со всей серьезностью, земля наша в полной жопе. И чертовски глубоко. Разве так? Возможно. Я бы так красочно, как вы, Ганнуш, не сказал, но меня выгнали из собственного замка, так что отрицать я не стану. Верно. Но пока вам нужен Пиркштайн, он ваш. Здесь врата, и вам, и вашим людям места хватит. А подопечный мой, полагаю, не возвращает, что я его замок удолжил. Да, почту за честь. Пиркштайн в вашем распоряжении. Благодарить за гостеприимность. За гостеприимство, прошу прощения. Говорят то, что ну не сильно как бы любят беженцев с городскими, у них начинаются какие-то терки. But when will it be resolved? And what on God's earth is this war even about? I won't lie, sir, I don't understand it. Начинается. Падре, прекратите. Начинается, кто виноват, кто не виноват. Они должны быть порядок, но вряд ли господа, что заключает союз с Сигизмундом, но это понятно. Порядок на бумаге, как говорится. Как в одной
To give him his due, I don't think he expected the lords of this country to stand behind the king. But thanks to him, we're tearing ourselves apart, and now he has to get things under control. But why in God's name does he have to use those barbarians? Money is the root of all evil, young sir. Wars are costly, and this one has dragged on for a year. Война всем надоела. Сигизмун теперь ничем, а рыцарям платить. That's why he attacked us. He was after our silver. Опа, вот я. What are you doing? Whoa, check. Сейчас я. Wait, it's Henry. Постой. Henry, who disappeared after I clearly ordered him to remain at Taumburg. I'm sorry, sir, but. Он говорит, я же тебе сказал оставаться в замке, простите, пан. Do you think you were the only man who lost someone there? But the others, listen to their lord. Слышь, свинячья рожа, ну-ка рот закрой. И, между прочим, не только себя чуть не загубил. Пан Борок и его люди своими жизнями рисковали, чтобы спасти тебя. Простите, но я должен был. When you have to, you have to, Radzik. Your father was a remarkable man. Твой отец был замечательным человеком, мама твоя. She was remarkable too. They deserved a Christian burial. Did you manage that at least? No. I was attacked by thieves. I wouldn't be here now if it wasn't for that girl. Girl? Молодец. Он говорит, где меч? Teresa. The miller's daughter saved you from the footpads? Well, there's a tale to tell your children. I owe her my life. Ей жизнь обязана. Она их отвлекла, а потом привезла меня в Ротай. А без пана Борока нам обоим бы не жить. Вот это я понимаю, славная девица, а ты за нее держись. Жаль только, что твои родители похоронены в неосвященной земле. Теперь попадут в чистилище. Слышь, родной. Maybe you should save the innocent souls of Иди, говорит, родной, спаси невинные души. Освети могилы, а? I assure you, if you're killed by bandits, your soul will soar straight to heaven, as long as someone. А что с лицом? А что такое, святой отец? That plump carcass of yours would be quite a feast for the wolves. А что такое? And one skeleton looks much like another, so how would we know which were your ordained bones or those of Sigismund's Tartars? Be that as it may, why have you come here? Зачем ты явился? I must get your sword back. Sword? My sword? Я должен вернуть ваш меч. Мой меч? Sword my father forged for you. Меч, который мой отец вам выклал. Thieves stole it from me. They almost killed him, and he already wants to go back. Takes after his father, I suppose. Весь в отца. Lad. I've lost a castle, a village, silver mines and a good heart. Нам пан говорит, что он лишился всего. Чего ты взял, что меня волнует вообще меч? Может, последняя просьба отца. I understand. I'd feel the same way. But prudence is the better part of valor. And a dead man keeps no promise. Грамотный очень. Aye. A woman had to save his fat from the fire and now he wants revenge. What kind of fool are you, boy? He's no fool. Henry, you have courage. But you need training, arms, a horse. Or do you mean to beat this thief at dice? No, sir. Please, take me into your service and give me the chance. Возьмите меня на службу. All of it. Fled from the enemy, disobeyed your orders. У кого наглость, бежал от врагов, не выполнил приказ, надул пана, меч потерял. Я не понял. А откуда закукарекали, а? Родной. You would have run as well, believe me. Henry's earned some punishment. Откуда, я не понимаю, там раздался? Из-под какого? Нет, это вроде сидит под столом. But a wise man also appreciates loyalty, perseverance and determination. Besides, that was a fine sword that his father made. If he thinks he can get it back, I won't turn it down. Он говорит, я не буду отказывать. Если хотите, пожалуйста. Это же крестьянин, нельзя крестьянина сделать воином. Someone made a priest of a pig. Кто-то же сделал из Борова священника. Но он говорит, кузнец. So, I... yes, будешь ли ты мне служить? You won't regret it. I probably will. I'm doing this for your father, lad. Don't disappoint me. Oh, fortune has finally smiled on you today, lad. Make the most of it. Now that I think about it, Sir Hanush,
The boy needs training and experience, and you need spear carriers. That's true. The bailiff is always complaining about your people making trouble in the camp. Maybe one of their own among the guards. Слушайте, но мы... Это очень высокое, ребят. Уважение, извините, мы в царские палаты вхожи. You're the one paying him. Captain Bernard, see to his training, and then send him to the bailiff. Yes. Натаскай, говорит его. And don't spare him. Спуску ему не давайте. Rely on it, sir. Don't forget, Henry. Don't disappoint me. Не подведи, говорит, меня. I won't, my lord. Ребят, нам оказали очень серьезную услугу. Мы очень нагло туда вперлись, прям конкретно нагло. Но вот так вот, чтобы сразу попасть на службу к самому, да, это, конечно, серьезно. Ну что ж, давайте, ребятки, мы выдвинемся. Иди на площадку для упражнений. Поговорить с сотником. Ну что ж, наконец-то, ребят, мы с вами подеремся. Наконец-то мы улучшим свои навыки. Так, аккуратненько. Никого не зашибить бы. Слушайте, ну у нас, в принципе, все шикарно. Мы с вами отлично одеты, обуты и... Так, стоп. А как туда мне попасть-то? Я прошу прощения. А, вообще, как бы через мост. Ты без разницы даже как. Здесь же сквозное есть, да? Да. Нет, это не то. Где-то вот здесь вот он. Звуки, конечно, ребят, шикарные в этой игре. Опа! А вот и он. Captain Bernard's not here. I should stop by during the day. Надо найти днем. Окей, пару часов подождем. Ну что ж, посмотрим, ребят, чему он нас сейчас научит. Очень это интересно. О, а вот он. I'll be with you. Да пребудет с тобой Господь. Can I ask? Мы запакованы просто по самое... Неинтересны мне эти бабские склоки. That's all I wanted to know. Я пришел служить. Ну что ж, поехали. Yes, задолбал, ребят, не болейте. Да. Yes, that's me. Let's get to it then, since that's what Sir Radzig wishes. And because you've never held a sword in your hand before, начнем с чего попроще. Давай начнем с азов. Я думаю, это, ребят, правильно. Надо все-таки проявить уважение сотнику и... Very well. Come with me and listen closely. I don't want to be repeating myself. Good luck to you. Come with me. So let's see what you're made of. Hold it properly. Keep moving. Never stand still when your life depends on it. Что нужно делать? Так, перемещение. Right, good. Now, try attacking. You've got to put your back into a good slash. No use waving the sword around like you're swatting flies. Go into the attack with your whole body. Try slashing from various так, sides to get used to it. Здесь надо запотеть маленько, ребята. Боевка сильнейшая, сложнейшая. Very good. Not bad. Not bad. От направления удара, ребят, все зависит. That pointy tip isn't for decoration. Try stabbing me with it a few times. That's it. Not bad. Good. Колющие удары мы знаем. That will do. Slashing, stabbing, and movement are the foundations that you build everything else on. Кстати, параллельно мы уже качаемся. Try something more complicated. Один удар я легко парирую. Ты не давай противнику время опомниться. Сейчас посмотрим на мой скилл. Strike, strike, strike.
Nice. Very good. Well done. Пропустил, старый. It's not hard to block a basic strike. Just watch out. Move your sword into the path of the blow. Well done. Nice. Ай-яй-яй. Well done. That's it. Very well. Успел. See what you're made of, lad. Come at me and don't hold back. Нападай, не сдерживайся. Поехали. Good strike. Ух ты, какой. А? Что ты на это скажешь? А? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Жестко. Так, секунду, родной. Ох ты какой, нихера. Hard work to turn you into a master, but you have the basics. Let's try something more advanced. When in combat, keep an eye on the space between you and your opponent. That is your space. Try to attack from the side the opponent will find harder to block in time. If I'm holding the sword raised up, do an uppercut. If my sword is low, lunge. Let's try it. You strike a few times at the side where I'm not holding my sword. Well done. Nice. Nice. All right. Не, ну это понятно. Right. Lesson two. Everything you've learned about blocking is wrong. When I cover, I can simply fend off your blows with my sword and gain control of the space between us. It's better not to control just the space, but actually your opponent's weapon. Attack, and I'll show you. Ow. All right, that will do. Now you. The trick is to stay in your stance. As soon as I start to attack, you block. The move knocks the blade aside. No, not like that. You mustn't hold the sword there. You have to move along with the attack. Again. Too soon again. В смысле? А, понял. Позже. Well done. Not bad. Well done. Рано. Try and catch the rhythm. You see the sword move, you move at the same time and deflect it. Not bad. Right, now we'll try it a little faster. Concentrate and поехали. Just at the сейчас будет жестко. Start attacking. I'll strike you from above each time so you can see it well. Good. No, again. No, again. Well done. Хорошо. Well done. Хорошо. Very good. Пипец, мы здесь качаемся, жесть.
Good. Now let's try it at full speed. Probably won't succeed. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это сейчас будет жестко на полном скорости. Поехали. Давай, попробуем. Раз. Два. Пропустил. Отбил. Отбил. Нихера. Старый. Старый магёт. Чё кто там хочет? А, петушок? Золотой гребешок? А? Not the same as holding a hammer, is it, blacksmith? It's Sir Radzig's orders. I know. I'm actually here to train at the archery range. Я у мамы лучник, да? You don't mind, do you, Bernard? Not at all, my lord. Good day to you, blacksmith's boy. Try not to hurt yourself. Ты, пес, меня все больше бесишь, птачек. Я твою знаешь, кого эту? Yeah, leading the opponent where you want him. Да. There's one more way to evade a strike. You simply step aside, attack. Отходишь в сторону. Ой, подожди, тормози, тормози. Атакуй учителя. А, да ладно, а как он так? I don't have all day, boy. А он так отпрыгивает. All right, try it. It's important not to move too soon. I'll see where you're going and hit you. If the same will happen if you move too late. Это вообще крипово. As you see me, raise the weapon, jump aside. It'll throw the opponent off a bit. Прыгивай в сторону, да нихера себе, этот надо. Опа. А, реально, слышу, он отпрыгивать, блядь, научился. Ай, блядь! Подожди, подожди. Все, я понял. Оп, 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 оп. Жестко. I'll try it a little quicker. Пробуем быстрее. Да ты гонишь, родной, да ты, я тебе... Оп-о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 п, давай, пошел-пошел-пошел, оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ай, блядь! Да успел! Че, угораешь, что ли? Блядь, я ушел! Ёб твою мать, куда надо здесь отходить? Good. Я заебался уже по каске получать, ёпта. А, он реально, слышу, он отходить начинает. Хорош! Не шутя, у меня что научился, тихо-тихо. Уловка. Поднимаешь меч, чтобы соперник блокировал, затем меняешь направление удара в последний миг. Чего? Ох, ёпта, если мне сейчас такие вот вещи дали. Если я так теперь мансить могу, но это просто будет похороны. Я теперь понял, почему я не мог вывести ни одного соперника, ребят. Вот теперь он полноценный бой. You have to train hard and persistently. You might have talent, but talent alone won't do. Practice. Whenever you've got nothing better to do and you're in the mood for it, you can come and train here with me. I can teach you something more when you're up to it. Слушайте, но это респект, респект мужику. Стрельбе из лука. Слушайте, это сколько же он нам бустанул? Посмотри, он нам силу вообще просто, слышите? Надо тренироваться с ним. Обалдеть. Травничество, 10-й левел. Кого? Верховая езда, там вообще забей какой-то. Вообще уже неадекватный левел. Защита на двойку он мне прокачал. Что?
не шутя. Слушай, надо с ним поэта позадрачиваться, потренироваться. Теперь вы можете приходить на ристалище в любое время и предложить мастеру учебный бой. Конечно, вообще 100%. С паном Петушком надо, да, потренироваться? Угу. Слушайте, надо тренироваться. Это топчик, ребят. Если будет свободный бой... У меня теперь, понял, герой, он мобильный стал. То есть он у меня теперь не как этот. Ну, то есть там тык, тык. Я думаю, блядь, что за механика в игре? А это, оказывается, нужно было сюда прийти, то, о чем вы в комментариях писали. Прийти сюда, и он у меня сейчас все. Он сейчас уже по полной. Ну, то есть, понял, да? То есть он оп-оп-оп-оп-оп, он все может. Он может отходить, он может прыгать, бегать. То есть все, что могли мои враги, теперь могу я. Я очень надеюсь, что он мне не сильно доспехи разбил. Я честно говорю, я прям на это вот, я не знаю, уповаю всем своим этим. И вот в первую очередь вот это вот, что он мне не разбил. Короче, коцаются на тренировке только тканные доспехи. Короче, ох, это вообще шикардос, ребят. Вы поняли вообще, чем сейчас, что это сейчас вообще такое будет? Короче, мы здесь и крафт прокачаем, и бой прокачаем. Блять, мы прокачаем здесь все. Сюда нужно взять нитки, сюда нужно взять этот и просто качать. Все. Мечи деревянные, но деревянные мечи, ну, смотри, насколько тонко игра все продумала, что деревянные мечи здесь рвут. То есть тканную одежду. Это очень грамотно. Это, ну, это похоже на то. То есть все равно она будет изнашиваться от ударов. Прям просто все до мелочей продумали. Так, мы сейчас с ним идем, я так понимаю, на стрельбище, да? Слушайте, я думаю, что... Да, нет даже смысла его спрашивать. О! Турнир. Завтра в Ротае будет турнир. Можешь записаться в участники, если утром сходить к Геральду. Турнир? А, ты где? Стой, бля. А, стрельбище. Но стрельбище, ребята, вы увидите в следующей серии. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем добра, удачи. Жду на стримах на канале Hardplay. Платформа Vast. Пока-пока.